Дмитрий Кашуба выиграл турнир по силовому экстриму в Уфе, набрав 52 балла. Всего в соревнованиях приняли участие 10 спортсменов. Они показали свое мастерство в 10 упражнениях. Самые зрелищные из них – бурлак, где атлеты поочередно перетягивали грузовой автомобиль со стропы и богатырская карусель. Здесь каждый из участников совершал круговые движения, держа на руках сразу 4 девушек. Почетным гостем мероприятия стал победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Спортивное силовое шоу проводится в Уфе в третий раз.